Всем привет! Сегодня покажу, как сделать снасть на сома ловистую и проверенную. Для этого мне понадобится ниппельная резинка красная 3 мм, поводковый материал толстый или флюорокарбон 0,5 мм. Я буду использовать флюорокарбон. Свинцовый груз 150-200 грамм. Поплавок подводный. Такой поплавок можно сделать из винной пробки, пенопласта и из дерева. И крючок на сома. Отмеряю 1 метр флюорокарбона. Далее привяжу крючок. Флюорокарбон завожу со стороны жала крючка. И делаю примерно 10 оборотов. Второй конец флюорокарбона завожу с тыльной стороны. И затягиваем. Такую ниппельную резинку, флюорокарбон и поводковый материал я покупал в Алиэкспрессе. Кому интересно, ссылка будет в описании. Ниппельная резинка примерно длиной 30 сантиметров. Чтобы легко завести флюорокарбоном ниппельную резинку, надо его смочить. Теперь этот ниппель надеваю на сам узел с крючком. Ниппель я подвожу так, чтобы он был напротив жала крючка. На флюорокарбон завожу поплавок, так чтобы в него вошел ниппель. Поплавок стопорим любой палочкой. На втором конце оснастки делаю петлю узлом восьмерка. Далее отступил примерно 30 сантиметров, делаю еще одну петлю, также узлом восьмерка. К этой петле будет привязываться сам груз. Теперь нужно привязать сам груз. Вязать я буду также на флюорокарбоне, но диаметром поменьше, 0,37 мм. Отмеряю примерно полметра флюорокарбона. Завожу флюорокарбон в груз через эту петлю. Второй конец флюорокарбона привязываю к этой петельке на основной оснастке. Так, чтобы этот груз равнялся вместе с поплавком. Покажу снасть в сборе. К этой петельке цепляется основной шнур от удилища. Дальше через петлю посередине оснастки идет груз. А дальше через ниппельную резинку одевается поплавок подводный и крючок. Вот такая снасть у нас хорошо работает. Одна из лучших наживок на сома у нас — это медведка.
Медведка. Кто не спрятался, я на виноват. Жало крючка обязательно прячу. Посмотрим, как клюет сом на такую снасть. Закидаю снасть в воду и решил отойти посмотреть на лошадей, которые были рядом. А сом сразу клюнул, как только снасть попала в воду. Сомик одни ошметки оставил. Так, прикрою жало свеженьким. У нас лучшее время для ловли сома и карпа — это час до заката и час после, утром и вечером. К средней удочке подошел очень хитрый сом, который решил не заглатывать крючок, а пообкусывать медведку. Сомик клюнул. Куда? Вот тут можете посмотреть, как на такую снасть я ловил сома в прошлую рыбалку. А если видео было полезным и понравилось, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.